На автомобилях с шипованной резиной в соответствии с изменениями в правила ПДД теперь обязательно должен быть наклеен стикер с буквой «Ш». Где конкретно он должен располагаться, правила не оговаривают. Главное, чтобы он был виден другим участникам движения, не закрывал световые приборы, ну и, конечно же, государственный номер. Изменения в ПДД были опубликованы еще в апреле 2017-го, но актуальность свою получили только сейчас, с первым снегом. Водители, как показывает практика дорожных полицейских, к новшествам относятся без особого энтузиазма. Стикер «Ш» приобрели далеко не все. Шипованная резина была не у всех. То есть там единицы ездили шипованной резиной, и поэтому у них был тормозной путь меньше, как бы. И чтоб, ну, предупреждали, то есть, водители. А сейчас я, в принципе, не согласен с этим знаком. Просто, как бы, мне кажется, это сбор денег, я так считаю лично. Зимняя шипованная резина обеспечивает автомобилю лучшую проходимость во время гололеда и на заснеженных дорогах. Если водитель резко остановится, длина его тормозного пути уменьшится вдвое, примерно относительно летней резины в тех же условиях. Именно для этого, чтобы предупредить других участников дорожного движения, автовладельцев и обязали приклеить табличку «Шипы». Знак «Шипы» он все-таки не решает, все равно, правильно? Должна быть внимательность и следить за дорожной обстановкой. Отсутствие таблички при наличии шипов карается. Штраф 500 рублей. Также инспекторы единожды имеют право выписать нарушителю предупреждение. Санкции данной статьи предусматривают под собой либо административное предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Опять же, это на усмотрение инспектора. Как правило, инспектора выписывают предупреждение в письменном виде. В случаях, когда водитель в своей жизни первый раз нарушил кодекс об административных правонарушениях. Опознавательный знак должны прикреплять на заднее стекло водители всех видов транспортных средств. Кроме того, заветная «Ш» информирует других водителей, что шипы могут вылетать и нужно держать дистанцию. Также наличие стикера может быть ключевым аргументом при определении виновника в случае ДТП. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.